Открытый чемпионат области по карате среди детей и отбор на чемпионат страны среди кадетов. Участие в захватывающих поединках приняли и взрослые, и дети. Несмотря на юный возраст, многие участники уже умеют замечать и свои ошибки, и соперников, и менять тактику по ходу боя. Финальная схватка была в том, что она плохо закрывала голову, и получилось ее, ну, как по голове и в корпус ударить. Первая украинская чемпионка Европы среди взрослых Анита Серегина недавно выиграла серебро всемирных игр, а сейчас тренирует своих подопечных. Задача непростая, ведь готовит она самых маленьких. Здесь на первом месте техника и психология, а не физика и тактика. В таком возрасте все-таки больше важно детское спокойствие, потому что на тренировках я вижу потенциал у одних детей, выходят на соревнования, выстреливают совсем другие, потому что кто-то более спокойнее, те более такие переживательные. Но стараюсь им поделиться своим опытом, стараюсь, чтобы они меня услышали и как-то, ну, на своем примере, чтобы они тоже видели, что все возможно. В этом году количество участников чемпионата области значительно возросло. Если в прошлом году было заявлено 390 спортсменов, то в этот раз на 70 каратистов больше. Приехали представители 15 клубов из Одессы и других районов, в том числе из Черноморской Катаны и Николаевского Олимпика. Общее число участников 460 спортсменов. Ну, это как бы чемпионат очень масштабный. Мы как бы наращиваем свои обороты. Каждый чемпионат области у нас все больше и больше участников. Вот, и надеюсь, что мы дальше будем также прогрессировать и приобщать все больше людей к нашему олимпийскому виду спорта карате. По результатам турнира первое место в общекомандном зачете досталось клубу «Легион». Сильнейшие каратисты-кадеты будут отобраны в сборной области для участия в молодежном чемпионате Украины в ноябре в Черновцах. Мотивация для них – попадание в сборную страны, где одесситы уже традиционно на одних из первых ролей. В эти дни, когда мы проводим область, наша молодежная сборная команды Украины отправляется на чемпионат мира в Испанию, на Тенерифе. И 6 спортсменов Одесской областной федерации состоят в сборной. И мы, конечно, желаем им удачи и ждем их с возвращением сюда домой с медалями, с чемпионата мира. Дмитрий Богомолов, Анастасия Кричко, телеканал «Репортер».